В эфире «Мобильный репортер». Обзор событий, происшествий и курьезов, очевидцами которых стали вы. Все, что, по вашему мнению, достойно внимания, прямо сейчас на телеканале «Татарстан-24». С вами Артем Захаров. Здравствуйте. Сразу две аварии произошли на одном казанском перекрестке. Сначала дорогу не поделили легковушка и красный автобус. Спустя какое-то время в метре от них столкнулись еще два автомобиля. Момент этого ДТП попал в объектив видеорегистратора. Водитель с записывающим устройством не держал дистанцию, и когда автомобиль перед ним резко остановился, он не смог избежать удара. Отмечу, что на этом перекрестке горела зеленая стрелка движения прямо. И почему девушка решила остановиться, неясно. Однако в таких случаях всегда виновным признают того, кто не держал дистанцию. Сильный пожар в Арском районе Татарстана на мобильный телефон сняли местные жители. Пожарные ехали слишком долго. До их прибытия полностью сгорели два дома, погиб мужчина. Предварительная причина возгорания – неисправность электропроводки. В поисках бездорожья – так назвали следующий ролик в соцсетях. В Казани водителю УАЗа «Патриот», видимо, стало скучно, и он решил прокатиться по рельсам. Судя по всему, так веселее, да и пробки объехать можно. Вот только напомню, что и УАЗ-Патриот может застрять на рельсах, а простой трамваев стоит дорого. Следующий ролик снят в Башкортостане. Одному из водителей Стерлитамака не понравилось замечание пенсионера. Молодой человек до этого ездил по двору на большой скорости и громко слушал музыку. Тем не менее, замечание пожилого человека взбесило, судя по всему, не совсем адекватного юношу, и он начал избивать пенсионера на глазах других жителей двора. Никто за мужчину не заступился. Молодой человек, самоутвердившись за счет более слабого, спокойно сел обратно в свою машину. События, происшествия и курьезы, очевидцами которых стали вы, присылайте на наш сайт в рубрику «Мобильный репортер» и в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24». Кроме того, отправляйте ролики и ваши истории с помощью мессенджера WhatsApp на номер 8 900 321 77 22. С вами был Артем Захаров. До встречи!